Каждому из нас наверняка не раз и не два приходилось давать анализы. Без лабораторной диагностики сегодня в медицине никуда. Из капли крови опытные специалисты с помощью техники получают много интересной информации о нашем организме. И не только из крови. В этом году лабораторную службу ожидают некоторые перемены. Об этих изменениях мы и будем говорить с гостем сегодняшней программы. В нашей студии заведующая клиникой диагностической лаборатории Оренбургской областной клинической больницы, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Оренбургской области Инна Васильевна Головацких. Здравствуйте, Инна Васильевна, рада принимать вас в гостях у нашей программы. Здравствуйте. Начнем давайте с общего вопроса. Какие задачи вообще, в принципе, решает лабораторная служба? Лабораторная служба решает, конечно, очень много задач. Все мы знаем, что без лаборатории не обходится ни одно лечебное учреждение. Всем нам приходилось давать анализы и не раз. Поэтому мы знаем на себе, что такое лаборатория. Вот. А задач, в общем-то, очень много мы решаем. Это и постановка диагноза, это и постановка каких-то проб там делается, мониторинг лечения, опять же, дифференцировка каких-то диагнозов. То есть задачи перед лабораторией, перед лабораторной службой, они всегда были большие, а сейчас они еще больше расширяются, потому что у нас медицина переходит на новый уровень лечения пациентов. И, в общем-то, лаборатория стремится оказывать свои услуги не только, так скажем, количественно увеличивать, но и качественно, в первую очередь, чтобы пациенты были довольны, и врачи были довольны результатами тех исследований, которые мы проводим. Знаете, о чем хотелось бы спросить? Вот насколько больницы нашей области укомплектованы лабораторным оборудованием, и, в свою очередь, каковы диагностические возможности оборудования? Они вообще как-то соответствуют требованиям времени сегодняшнего дня? Ну, если в общем сказать, то, конечно, соответствует. И помогло в этом программа здоровья и модернизация была. Она, если помните, несколько лет назад, когда было практически во все лечебные учреждения первичного звена поставлено довольно такое высококлассное, так скажем, оборудование. Вот, то есть у нас в каждой центральной районной больнице есть автоматические гематологические анализаторы, анализаторы для исследований биохимических, для свертывающей системы крови. То есть это очень важно на данном этапе. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что лаборатория стремится и имеет такую возможность оказывать помощь, оказывать те исследования, которые необходимы в наше время. Ну, с оборудованием понятно, а хватает ли специалистов от лабораторной диагностики? Ну, кадровый вопрос, он, конечно, всегда такой острый стоит, и он по всей России стоит острый, и в нашей Оренбургской области. В среднем где-то укомплектованность врачами, будем говорить, на 50%. Если брать средний медицинский персонал, который работает в лаборатории, ну, это порядка 91-95%, то есть в зависимости от территории. То есть если это города, да, то есть такие, как Орск, Оренбург, Бузулук, то это, конечно, выше уровень укомплектованности. Если брать центральные районные больницы, то есть село, там немножечко похуже. Вот. Но все кадры, они, в общем-то, имеют хорошую профессиональную подготовку. Практически 70% всех работников лаборатории имеют категории первые и высшие, и получают, в общем-то, те навыки для работы, которые необходимы. У нас есть кафедра лабораторной диагностики в городе Оренбурге, то есть мы сами готовим свои кадры, и если какие-то вопросы возникают, то кафедра нам мединститута, медакадемия никогда в этом не отказывает. Да, и вот относительно, наверное, главного вопроса на сегодняшний день, что предусматривает программа модернизации в плане оснащения лабораторным оборудованием, и уже сегодня можно говорить, какие больницы его получат? Модернизация, в общем-то, программа такой довольно-таки имеет такие хорошие, как сказать, принципы. Вот. Но лабораторию здесь не то, что как бы обошли, но просто получается, что немножечко
оборудования закупится не так много. И одна из больниц, это вот как раз Оренбургская областная клиническая больница, туда закупается два анализатора. Один анализатор биохимический, то есть современный новый анализатор, который, в общем-то, позволит выполнять спектр исследований, которые необходимы для данной больницы. И второй анализатор, он очень такой нужный нашей области. Это анализатор, может быть, сложно для общего восприятия, но это аппарат для электрофореза. Этот анализатор единственный у нас в области будет. Он поможет при диагностике таких больным, как гематологическим, больным, значит, ревматологическим, которых у нас тоже в области немало, нефрологическим и так далее. То есть, я думаю, возможности этого анализатора мы будем осваивать. Вот, кстати, Инна Васильевна, новое оборудование требует каких-то новых знаний, да, новых навыков. С ним в состоянии справляться прежний состав специалистов или все-таки нужна переподготовка? Нет, я думаю, что нет, потому что любой анализатор, который сейчас поступает в лабораторию, он всегда, значит, приезжает инженер, приезжает персонал и обучает лабораторных работников уже на месте. И я думаю, что, как обычно, 2-3 дня обучения или даже 1-2 дня достаточно для того, чтобы освоить работу. То есть специальной учебы, специальной переподготовки не нужно будет. Ну, наверное, вот это весь свод вопросов, который был подготовлен к сегодняшней нашей встрече. Я была очень рада познакомиться с вами, пообщаться. Спасибо, успехов вам, вашим коллегам. И, надеюсь, еще увидимся. Мы продолжаем нашу программу.